Здравствуйте, мои дорогие огородники и садоводы! Сегодня я вам расскажу, вот как сохранить купленные саженцы роз. Потому что сейчас все покупают розы. А вот как их сохранить до посадки на постоянное место, вот я вам все расскажу. И еще я вам сегодня расскажу, как посеять, потому что еще не поздно, сеять петунию и как за ней ухаживать. Ну, во-первых, прежде чем рассказать, как их сохранить, давайте все-таки я вас научу, как выбрать розы. Давайте разберемся. Ну, во-первых, нужно выбирать, чтобы стебли, вот эти вот стебли, стебли были толстые. Самое главное, толстые стебли, они всегда живучие и всегда дают очень хорошие боковые вот эти вот побеги, на которых и будут расти очень крупные соцветия, цветки. Итак, вот три стебля. Видите, какой я выбрала? Толстый, красивый. И вы видите место прививочки. Вот оно, место прививочки здесь. Все есть. И вот, конечно, такой саженец, это считается очень хорошим. Но вот уже начинают тут почечки, вот они, почечки, видите, вот они, начинают уже проклевываться. Поэтому я, например, беру, ну вот маленькое ведерочко, можно какую-то кастрюлечку взять, можно взять горшок большой, даже если у вас есть ящики, и вы купили несколько саженцев, не один, а там 3-4, то их можно все вот таким образом рядом через 15 сантиметров в ящик высадить. Но я вам просто покажу, как правильно высаживать эти саженцы. Так, вот открываем. Ну, здесь, видите, все резиночки. Мы все-таки уберем эти резиночки. И вот эта вот тоненькая пленочка, она не играет никакой роли. Можно немножечко ее где-то, вот видите, так вот подрезать. Вот таким образом, чтобы был воздух в корневой системе и подходила влага. Вот так вот подрезали. И теперь будем высаживать. Помните, что саженцы высаживают, если в горшок, высаживают или сразу на постоянное место, то нужно обязательно место прививки, вот оно место прививки, закрыть примерно на 2-3 сантиметра землей. Не оставляйте место прививки открытыми. Помните, что если вы оставите место прививки, то просто солнцем прививка будет прижигаться, и стебли могут не дать боковые побеги. То есть растение будет засыхать. Поэтому вот ведерочко, земелечки, да? И мы сейчас будем высаживать. Прямо на дно, можно сказать. Видите, какой на... О, хорошо получилось. Итак, еще раз повторяю, дорогие садоводы и огородники, что высаживать саженцы нужно так, чтобы место прививки было закрыто землей на 2-3 сантиметра. И тогда саженцы будут очень хорошо развиваться. Запомнили? Поэтому вот давайте так и сделаем, как полагается. И вот посмотрите, вот я высадила, да? Теперь я должна обязательно пролить, потому что розы должны всегда быть во влажной почве. Итак, дорогие огородники, напоминаю вам, что после посадки мы должны пролить раствором гумата калия. Итак, беру 1 столовую ложку, развожу в 1 литре. В 1 литре достаточно. И раствор должен быть температуры, ну, примерно где-нибудь 20-22 градуса. И поливаю. Так, вот таким образом можно вылить где-нибудь литр этого раствора. И после этого я это ведерочко с посаженной розой ставлю в такое место, где температура ниже 15 градусов. Если я поставлю сейчас вот где 18 и выше, то у меня роза начнет расти. Даже если она сейчас будет расти, то все равно эти побеги, они будут более здоровые, потому что заработает корневая система. Вот такие розы, которые не высажены, их нужно держать при температуре плюс 3, плюс 5 градусов.
градусов, тогда они у вас очень хорошо сохранятся. А эту вот розу я сейчас пролила, начнет работать корневая система, пойдут побеги. А придет время, розу можно высаживать в открытый грунт уже в апреле, особенно в нашей умеренной зоне. 25 апреля можно розу высадить на постоянное место. А сейчас давайте, дорогие огородники и садоводы, давайте поговорим про петунию, потому что петуния – это такое растение, которое как начнет цвести, так до самых заморозков, и мы стоим и любуемся такой необыкновенной красотой. Итак, начинаем.